Всем привет подписчикам канала Пламя, с вами Евгений, Казахстан. Я мангальщик, печник, разработчик посадок для больших мега казанов. Сегодня я, ребят, познакомлю вас о продолжении своей работы. Значит, в прошлом видео я показывал вам об устройстве на мангала, это значит выкладки на сухую. Я сегодня кратко покажу вам видео. Я приступил к раскладке, значит, топки мангала, определять место для первого зуба. Давайте, ребят, сразу просмотрим. В общем, вот я на сухую раскладываю, значит, шамотный кирпич. Здесь я вымеряю раз, два, но у нас обычно 3 кирпича. Здесь у нас получается 2,5 кирпича до основания первого зуба. Вот так я вот все раскладываю, ребята, подгоняю. Вот выпилил немного кирпичик вот так, чтобы он у меня здесь подошел ровно, аккуратно. Вот начинаю раскладывать все на сухую, пробовать, что и получится из этого. До этого я вам говорил, у меня широкая платформа очень. Здесь как стандартно 92 сантиметра портал. Вот, но здесь у меня, видите, какой творится кошмар, ребята. Вот здесь я уже ставлю половиночки, отсюда начнется у нас второй зуб идти, значит. Сейчас я подниму на 11 рядов. Вот. И затем, значит, я буду чертить уже, значит, положение зуба, значит. Наклонять его, смотреть буду хайло, сколько выйдет. Вот. Мне очень неудобно, ребята, снимать это все одной рукой, поэтому... Как-нибудь в других видео я буду снимать, может, приобрету себе уже маленькую камеру. Вот, ребята, ну, в принципе, я думаю, все понятно. Вот, замачиваем обязательно шамотный кирпич. Вот здесь уже он у меня немного обсох. И продолжаем выкладывать вот так 11 рядов до перекрытия. 12 ряд, там у нас уже будет переход куанды. Вот, ребят, вот так выкладывайте. И затем, значит, будем чертить наклон зуба. Вот, сейчас я хочу вам, ребят, показать, значит, но уже я здесь выложил, как обычно, 3 кирпича. 3 кирпича. Здесь я уже подготавливаю основание для второго зуба, ой, то есть для первого зуба. Вот. Вот так. Значит, здесь я кирпичик немного подпилил. Пойдет у нас вот так. Здесь будет выкладываться таким макаром, ребята. Вот. И здесь уже пойдет у нас первый зуб. Значит, что я хотел вам рассказать. Здесь я выложил 11 рядов до перекрытия куанды, 12 ряд. Вот. И начертил, значит, от этого места я поставил вот так уровень. На этот раз, ребята, у меня очень широкое расстояние, как я вам говорил. На этот раз топка мангала вытянулась почти на кирпич, поэтому... Я вымерил куанду, вот от перекрытия арки взял сюда 35 сантиметров, 35-36 сантиметров. Это самое нормальное расстояние для хайло. Вот. Отсюда у нас уже будет переход куанды и будет основываться второй зуб. Вот. На этот раз, ребята, я присоединяю казаны к мангалу без металлической трубы,
Значит, отклоняюсь от проекта Михалыча. Я решил на этом проекте выложить аэродинамические трубы. Но сделать их из кирпича, ребята. Из шамотного кирпича. Сейчас я залезу в самый пик мангала своего. Значит, топки, ребята. Вот. Там я вам как показывал, я поставил, значит, к стенке два кирпича на ребро. И начал выкладывать, значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кирпичей, ребята. Вот, и дойду, значит, до перекрытия куанды. Отсюда я уже буду мозговать, думать, как я пойду дальше, как я буду поворачивать и выводить аэродинамично, чтобы здесь у меня вышло на второй зуб и осталась предыдущая технология, не нарушая ее, чтобы свести на сечение дымохода, в общем, ребята. Как, не знаю, вам еще объяснить, это моя личная фантазия. Вот. Я сижу и думаю, в общем, над этим вопросом. Вот. Здесь я выкладываю кирпичик. Значит, здесь я выкладываю кирпич. Три кирпича огнеупорных, значит. Один кирпич я режу пополам. Пополам режу. И получается у меня, значит, внутренняя часть. Внутренняя часть у меня получается 11 на 11 сантиметров. Вот, ребят. Ну а продолжение, значит, своего придуманного мной соединения, значит, это этих труб из кирпичей, я постараюсь выложить вам в следующем ролике, ребята, и подробно расскажу и покажу, как буду соединять и выводить. Ну, на этом все. Всем до встречи. Пока. С вами Евгений, Казахстан. До встречи.